Я хочу представиться, я тоже врач из Баку, из Азербайджана, доктор Мирзоев Октай Исламович. Я в силу того, что мы коллеги с Любовью Ивановной, я хочу поделиться опытом именно случая, неврологического случая. Тоже неожиданный эффект, поскольку я лечил больных с болезнью Альцгеймера. И ну, по логике вещей мы что назначаем? Там классик, а потом сразу переходим на кардио, поскольку там сосудистая патология, восстановление, микроциркуляция, восстанавливается. Ну, такого эффекта от кардио, честно говоря, я не видел. Я назначил для того, чтобы улучшение обменных процессов, тоже получить, назначил глюкоуч. И на глюкоуче у этих людей, да, у меня, правда, статистически достоверности нет, там два случая было. И Боря Ежова, слушая лекцию, он говорил о том, что у меня под рукой ничего не было, мне товарищ обратился, у с его матерью были такие осложнения, и я заставил ее учить стихи. Я по опыту Чижова на фоне глюкоуча тоже рекомендовал учить стихи. И память у них, это просто парадоксальный случай, это как бы чудо получилось. У них стали восстанавливаться вот эти когнитивные функции. Восстановились настолько, что они были социально неадаптированы. Они социально адаптированы, они могут себя обслуживать и следят за внуками, вот ухаживают, уроки даже с ними могут делать. И недавно я в интернете читаю новую там информацию о том, что болезнь Альцгеймера, в настоящий момент это австралийские ученые доказали, то есть на основании исследований, что сейчас его позиционируют, да, как сахарный диабет третьего типа. Это сенсационное вообще. Просто я как бы априори пришел к этому, да, вот поиском ошибок. А сейчас это доказано, что болезнь Альцгеймера – это сахарный диабет третьего типа. И он поражает мозг. Мозг – именно вот белое вещество, да, серое вещество, белое вещество – именно из-за нарушения обменных процессов. И глюкоуч настолько это восстанавливает. И на фоне нагрузки, вот именно психологическое изучение, вот повтора, да, на фоне этого это просто удивительный эффект. Так что я всем рекомендую. Вот, недавно я смотрел фильм американский, там один делится со своим другом и говорит, что мне нужно поехать обязательно к отцу, у него болезнь Альцгеймера, он не может за собой ухаживать, надо его куда-то поместить, психиатрию не хочу. Да. И он спросил, сколько лет отцу? Отцу оказалось 52 года. Представляете, 52 года болезнь Альцгеймера. В Америке это сплошь и рядом. Я очень много таких, у меня родственники живут в Америке, и они вот об этом рассказывают. Его, моего брата, жена работает в этой сфере, и она говорит, что очень помолодела болезнь. И вот это вот буквально горячие, да, новости, что вот так глюкоуч помогает, просто неожиданно. Так что я вам всем рекомендую применить в своей практике. Это как невропатолог.